Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем космические рейнджеры. В прошлый раз я ушатался, наверное, в один единственный квест, в котором зависело все от какого-то нелепого рандома. Кстати, где я? А, кстати, вот он я. А что у меня есть? А ничего у меня нет. Я залетел и даже не принял стимуляторы. Странный подход. Так, в общем, ушатался в квест. Этот квест мне я вроде бы как даже выполнил. Но потратил на это миллиард премии. Там все было на рандоме, поэтому будем продолжать без всяких этих ваших, как их там. Так. Задание. Без торта, грязевой торт, все семосилиостр, потруднее, как обычно, беру за это здание, сегодня меня принеси подай. По сути, деньги-то мне уже как бы и не нужны. Мне уже можно просто искать искать топовые. В общем, все топовое. Илиостр-то где? Илиостр. Неужто он белый? Нет, не белый. А точно Силиостр? Может, Силиостр это планета? Нет, система Силиостр. Я ж помню, что такая существует. Вот только где она? Вот она. Белая, да? А на самом деле белая. Ладно, поехали. В теории у меня еще предстоит стать пиратом. Ну и, наверное, все квесты надо все-таки пройти. Поэтому пока квесты проходятся, пускай там пираты воюют друг с другом. Так, нормальная. Отличная. Садимся сюда с надеждой, что меня никто не атакует. А то всякое бывает. И ты. Что? А? Не сюда. Ну ладно, походу реально не сюда. Так, а что можно купить? Эсофадер. Наносящих, ослабляющих ее броню на дистанции до 275. Офигеть штука-то. Эсодафер. Не эсофадер, а эсодафер. Неплохая штукенция. Двигатель мне нафиг не нужен. Кстати, музычка здесь. Музычка здесь нормальная. Так, что? Куда тогда нам? Нам нужен Лиентанг. Надеюсь, что долечу. С моим умением. Так, рейнджер Анита. Окей, все. Так, сюда. Очередной вжик, который мне нафиг не нужен. Можно оружие закупить. Так, ладно, что-нибудь есть для меня специальное задание. Так, плотную звездную карту систему Альтаир. Вручить представителю планеты Бакалац. Ага, потруднее. Все, я беру за это задание. Возьму, наверное, все оружие, все, что могу. Наркоту брать не буду, потому что нафиг ее надо. А вот оружие возьму. Альтаир. Ощущение, что я только что из Альтаира. А, вот он, Альтаир. Короче, пираты дают задания в пиратские системы. Ну, вот почему бы и нет. Так, Бакалац. Отличное ко мне отношение почему-то у всех. Его бы это было бы. А вот Доминион почему-то нормальный. Кто знает почему. О, дырка. Кстати, сейчас дырка будет. Очередной опыт. На что можно пустить его? Пока что ни на что. В торговлю бы, наверное, я. Так, что тут надо? Куплено за 205, а сейчас за 201. Тут медицина. Прикольно. Гальская медицина, находящаяся в... Добрый вечер. Находящаяся в системе пиратов. Что-то я впервые вижу, что планету захватывали прям так. Прям вот так. Так, куплено за 203. Продам. Выгода есть какая-никакая, но есть. Принять стимуляторы нафиг, ничего нету. Здесь что-нибудь есть, здесь ничего нету. Ушастика можно, кстати, купить на этом... На фулочке. Но надо ли? Сейчас мне вполне достойный корпус. Меня он устраивает более чем. Поехали в... Мне нужны нанитоиды, я напоминаю. Нанитоиды могут чинить... если они могут чинить вортекс, то цены им нет. Thank you.
бизнес. Окей, ушел. Неплохо. Турбограверы, конечно, страдают. Так. Ну, заряжайся. Не надо тебе это. Отлично. Все? Последний был, надеюсь. Темпоральный двигатель. На кой лет не темпоральный двигатель? Так, киллера я могу уговорить, если что. Блин, дырка растворилась. Поехали сюда. Темпоральный двигатель. Темпоральный. Ну это так же, как у меня, только 25 весит. А это 23. У меня гальский. А это значит надежность. Так, ладно, поехали. Мне бы дыру. Я даже пока что не знаю. Так, что за ламболт? Что дает? 120. Надежность на 120. Такой себе. Ну, как бы круто, но такой себе. Защита нафиг, это нафиг. Невидимый корпус. 820. Сколько единиц? 3 единицы. Генератор поля плюс 6. Ну хэза, 300 тысяч. Опять же, у меня все есть. У меня есть деньги, чтобы это все... Ладно, продам. Что это у нас? Платинос. Блин. Можно было только что это помазать. Ну и ладно. Так, ну посмотрим. Может быть, есть какой-нибудь корпус. Корпус мне нужен абсолютно идеальный. Тыц. Грузоподъемность не менее 1000. Найти. Так, 1200. Молния. Броня 7. Так, ладно, окей. Найдено 6 объектов. Броня 6, броня 7. Вот этот вот 7 прикольный. Молния 4. Блин. Броня 7 еще без улучшений. Соответственно, цена у него, конечно, 380 тысяч. Но это мелочь. Вот броня 7. 834 тысячи. Но это уже вкачанная. Вкачанная молния. Не знаю. А что еще у меня есть? Что мне еще требуется такого, чтобы я был у себя хорошо... Сканер мне круче не нужен. Защиту. Защита дает мне 34. Баг 92. Прям вообще не знаю, что мне надо. Мне ничего не надо. Мне нужны лишь нанитоиды. Да я не знаю, где их достать. Я уже дыры скоро буду в это. Давайте в Вальдибус летаем. Мне кажется, что там сейчас келлер. Поэтому такой себе сейчас полет в Вальдибу. Но слетаю. Так и бывает. Добрый вечер. Да ладно, хорош на месте стоит. Концерт? Не, у меня другие планы. Так, бином подберу. Мне вот этого надо бы. Вот этого бы надо бы добить. И еще один бином. Осколочное оружие нет. Экзотектор, наверное, и нет. Но да, можно подобрать. О, калибратор второго уровня. Дальность радара. Неплохо. Сенсотрон. Отлично. Ментощуп говно, а вот ноды, опять же, можно подобрать. Ментощуп фу, электронный резак фу, торпедный аппарат, опять же, можно подобрать. Появись. Минус. Еще один торпедный аппарат на 46 и базовая конструкция. Опять же, можно подобрать. Все, больше никого здесь не захватывается. Ну да. В миновере есть научка? Поехали в миновер. Там есть научка. Мне нужна как минимум, ну в любом случае, мне надо скинуть для этих, для блазера
жестянки, которые я здесь наподбирал. Тем более торпедные аппараты. Блин, это зачетно. Зачетно, это дорого. Так, ты куда? Ты сюда, я понял. Зачем ты сюда? Непонятно. Летим на научку. Так, что-то там освободили от пиратов. Что-то там кто-то куда-то там, где-то кто-то. Вот сюда мне надо минералы. Так, антидоминаторский, блазероидный, бином, бином, торпедный аппарат и сенсотрон. Микромодули не хочу пока давать. Это возьмем. Что у нас тут? Что у нас здесь? Ничего, 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 ничего. Оружие мне не надо, защита мне не нужна. Ну что, поехали в этот, в дыру. Планетоиды, придите, пожалуйста. Хорош спрятаться от меня. Так сложно, что ли, взять, что выпасть мне. Я уже сколько черных дыр прошел, надо будет посмотреть. Ясно, что такое количество я ранее никогда не проходил. Так, все, и уходим, 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 уходим. Так, там батарейка, поэтому мне она не особо-то и надо. Минус два. Круто. Четко. Минус два. Так, ладно. Заряжаемся пока что. Найс. Найс, найс, найс. Вы где, ребят? Ох, блин. Минус. Отлично. Минус. Еще есть? Еще есть. Нет, нету. Биомир. Биомир — это хорошо. И дезинтегратор — это неплохо. Я сейчас попытаюсь... А, платина-то его нельзя будет засунуть. Черт подери. Потому что я даю из дыры, не засовывается в дыры. Так, ладно. У меня чётенько. Дезинтегратор 62. Техника окей. Окей. Что такое биомир? К болезням и восприимчивость к симуляторам. Повыставим. Ну, окей. Бесполезная штука. Так, давайте все измен. Там есть что-нибудь, научка, например, починиться, скинуть... Что-то я не починился, кстати, да. Что-то как-то я ошибся. Надо было починиться. Продукты, алкоголь, техника. Денег, кстати, миллиард. Уже 3 миллиона. Уже, в принципе, деньги не нужны. Нужны квесты. Нужны квесты и нужно... Ничего, нужно вооружение. Так, починить корабль. Во сколько? Конечно, согласен заплатить. Куда я денусь? Давайте сразу же продадим все, что мне продается. Так, что у нас по технике? 70, продается за 55. Такой себе. Так, дезинтегратор. Why not? Защиту. Тоже почему бы и нет, собственно. Так, фаситоры. Фонсер. Фонсер 3-9. Оставлю. Пока валяется. А вот биомир, наверное, надо продать. Биомир надо продать. Питерик. Терик надо оставить. Может быть, когда-нибудь понадобится. Вжик тоже надо оставить. Место занимает только и все. Так, тут ничего интересного нету, поэтому валим. Валим, валим, валим. Так, сяду, продам технику. А то вожу с собой как... Не знаю зачем. За 170 купил, за... нормально продаем. Все, поехали в очередную дыру. Нанитоиды. Нанитоиды. Можно, конечно, артефакты, чит-коды использовать на артефакты, но что-то как-то прям совсем чит-коды использовать, фу. Так.
Так. Минус. Я опять не переключился. Да. Так. Да зацепишь ты его. Отлично. Сразу бы так. У меня там заряжается. Вот чуть-чуть прям. Повезло ему, что не вплотную я был. Минус. Все. Отморозки есть. Дезинтегратор и турбогравер. Оружие — это огонь. Просто оно мне не надо. Оружие — огонь. И отморозки прикольные. Это же перегрев получается. Так, ну поехали. Куда поехали? Поехали в Шидер. Место есть? Место есть. Дезинтегратор, турбогравер. Стоимость миллиардная. Тут, кстати, да. Да, 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 да. 78 урона. Жесть. Отморозки мне, по-моему, перегрева спасают. Ну да. Эх, ну ладно. Чё у меня со скоростью? 144. Чё со скоростью? Я вроде бы звездный пыль принял, а еще что-то со скоростью. Что за бред? Так, в очередной раз. Исследование черных дыр. Как я ее назову? Исследование черных дыр. Вот она, черная дыра. Сейчас надо будет продать все, что я добыл. Тут ничего нет. Тут, по сути, тоже. Турбогравер. Дезинтегратор. Переключаемся. В смысле? Починка. Починка. Зачем кафаситоры у меня сломались? Давно ли они у меня сломались? Мони у меня имеет свойство вообще ломаться. Ну, раз уж кафаситорами лучше воевать в черных дырах, ну посмотрим, каково это. Один? Еще другой выйдет? Так, окей. Ребят, вы где? Не, ну заработка неплохой, конечно. Пока с одной дыры. Такой на винт. На винт. Мне подсказывают, что ничего хорошего. Вообще за столько за этот. Так, на винт. Каждый снаряд в затворе означается боеголовка расщепителем, благодаря этому эффективность поражения осколочного оружия возрастает. Прикольно. Прикольно, но не то. Не, ну хотя бы уже встречаются те вещи, которых я раньше не встречал.
так скажем. Так, талот освободили, что-то там сразу же этот принять стимуляторы. Малфой, сижу, давайте пройти медобследование, ничего не надо. И давайте вот это вот турбогравер этот продадим, этот вот сюда, это сюда, вот так вот, поучаствовать, начнем модернизацию, вот это вот поставить сюда, все четенько, и хватит, поехали. О, эхоли, а где еще есть? Все, дыры кончились, да? Замечательно, вообще ни одной нет. Интересно. В реале ни одной нет. Ну ладно, давайте сюда пока слетаем. Может быть, пока я летаю, и дыры появятся. И мне еще надо... Ну, наверное, сейчас какой-нибудь квестик надо найти. Если дыр не будет поблизости. В пределах одного прыжка. Я, конечно, сейчас в центр карты падаю, поэтому там не будет в пределах прыжка вся карта. Почти вся. Реально дыр нет. Ну, вот в Хамале есть. Но, судя по всему, там пришел этот келлер. Поэтому, ладно, садимся на человеческую планету, на понт. Даешь понт. Ну да, я же говорю, в Хамаль пришел киллер. Так, давайте. Задание. Как обычно. Ликвидировали быдло. Быдло. Джазы быдло. Не, ликвидировать джазы быдло не хочу. Даже если он абсолютно не прав. Кстати, надо переключиться, а то забуду. Голубое. Так, теперь сюда. Пеленгам. Что мне пеленги дадут? Тоже кого-нибудь уничтожить? Так, доставить? Ну, давайте доставлю. Юлис. Планете система Мегрес. И система Мегрес. Есть Мегрис. Вот сюда вот. Человеческая планета, кстати. Вот он, по-моему, сам близко. О, да. Так, опять что-то кого-то тут куда-то где-то кто-то сдал. Так. Аегис. Поражает ракеты. А у меня есть Аегис. Вот он. Такой же. Весит 18. А твой? 26. Радиус 150, а тут 150. Поэтому это можно продать спокойно. Есть для меня задание. Уничтожить транспорт. Почему вы все время хотите, чтобы я транспорт уничтожил? Я так не хочу. А, ну, кстати, да. Есть мод, в котором можно отключать эту тему. Пурурум, пурурум. Есть ли для меня задание? Один из разработчиков. Смерть, ясно. Дайте мне квест, а. Квест. Если сейчас квеста не будет, пойду дыры искать. Угу. Уничтожьте. Классика. Тогда дыры давайте. Не мог же их все пройти. О, вот она. Единственная на всей карте. Надеюсь, что там сейчас киллер не выползет, потому что печально будет. Ну да. А я пойду в дыру. А мне плевать на все. Ну да, я еще и оружие не перекинул.
Да чтоб тебе. Так, минус. Минус один, но при этом меня сняли почти половину хп. Так. Заряжено. Минус. Побери, а. Подстава. Ну хотя ладно. Тут 13 тысяч. Давайте еще раз сохранимся. Вот сюда же сохранимся. Поехали. Мне надо искать пока что остальных. Остальных найти и остальных уничтожить. Офигеть. У него тоже неплохой. Да, у него тоже неплохой этот вертикс. Да, загружаемся. Так, ладно. Раз. Угу, нельзя, я понял. Так, загрузить. Надо отлететь от него, починиться, а потом лететь на него. Сот 50. Так, а вот теперь лететь. А вот теперь переключаемся. У меня аж полная хп. Отлично, отлично. Все, отлично. Все, воюем в гипере. Так, что же делать? Идите, у него мощность дури.
Отпустите меня отсюда. Ну что ж вы все, блин. Так, переключились. Все, поехали. Можно его убить внутри? Я уверен, что можно. Дури у него слишком много. Да уезжай ты. Излишне мощная ерунда. Вот да, получается, что у нас примерно одинаковый урон идет по массе, если смотреть. Он промахнулся, отлично. Да, ну и мне тоже надо промахнуться еще. Он промахнулся. У меня сейчас одно попадание любым оружием и все. Для меня это... Да, для меня это конечно. Больше половины я ему сношу, но больше пока не получается. Ладно, еще раз. Блин, турбогравер. Зачем мне столько турбограверов? В чем проблема? Что у меня есть турбограверы, но от них толку нету в этом, в гибере. По мне попал тоже. Он взял красный крест дурацкий, и то, что я в него попал, бесполезно было. Все. Копим, 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 копим. Полная хпшка. Отлично. Подлететь вплотную. Да что тебе? Блин, эти блуждающие сферы, они меня доконали. Ласт. Ласт попытка. Да где хпшка? Вы о чё? Что происходит? Ну как так-то, а? Зарядись, зарядись.
Такой нахрен автопилот. Ладно, попытаюсь в следующий раз. Не знаю, что за ерунда сейчас произошла. Почему у меня автопилот вырубился, когда я общался с киллером? И из-за этого, по сути, я и умер. Я бы вернулся бы от него, я бы его догнал бы теми же, издалека бы расстрелял теми же кафеситрами. Так, ладно. Ладно. Дыры наши все. Киллера убили, но не получилось. Поэтому попытка, блин, остается активной. В следующей серии узнаете, что получится. Блин, я уверен, что я смогу его убить. Уверен. Поэтому до скорых встреч. До встречи в следующей серии. Лайк, подписка. Всем удачи. Всем пока.